Друзья, всем прекрасного осеннего вечера и хорошего настроения. Начала сегодня вязать новую пару тапочек с ледочком из такой вот шерсти. Кавказской пряжи, овечья шерсть, тройная нить. Начала вязать новую пару тапочек с ледочком. Набрала на спицы 48 петель. Провязала аккуратную квадратную пяточку классическую с добавлением добавочной нити. Здесь у меня нить коричневого цвета. Она прям соединяется с пряжей и почти не видно. И дальше набрала здесь по 12 петелечек с каждой стороны. И вяжу тело тапочка с ледочка до мысочка. Вот так выглядит с лицевой стороны. Вот так тут выглядит с изнаночной. Здесь изнаночная гладь. Дальше буду провязывать на каждой спице у меня по 12 петелечек. Здесь 12, здесь 12, здесь 12 и здесь 12. Провязывать буду лицевой гладью. Продолжаю вечером вязание тапочек с ледочков. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь, поддержите мой канал лайком. С вами была Алина. Увидимся в новом видео.